Привет. Ты что тут отдыхаешь? Уселся на машину. Так, аккуратно здесь, ты смотри, какая. Ой, мы не туда пошли. Пошли в обход. Идем. Всем привет поближе. Всем привет. Вот это я понимаю погодка на улице. Плюс 9, а на солнце же явно больше. Да, в общем, погода кайф. Мы вон с Тёмой с пакетами. Маша должна была приехать именно к нам, но у нее там не получилось по времени. Она сейчас подъезжает, получается, ну, туда ближе к Таниной работе. Сейчас мы ее забираем и едем в баньку. Все, да, все классно, особенно Тём. Еле дождался этого момента. Так, все, мы выехали, и еще у нас, получается, пришла посылка, там, где мы вчера забирали, вот это долго. Надо забрать желательно ее сегодня, так как завтра выходные. И, короче, это получится, мы ее заберем через 2-3 дня только. Поэтому, пока есть возможность, надо забрать. И еще есть у меня минут 10 как раз свободного времени. Так что заберем еще и посылочку какую-то. Блин, а погода, вот честное слово, прям аж настроение так поднимает. Сейчас бы, блин, на пляж поехать, да, Тём? Да, купаться, загорать. Да. Прям, ну, вообще, ну, прям очень красиво. В машине тепленько сразу, можно было и не греть ее особо, поэтому классно. Быстрее бы уже, быстрее. Как будто лето. Угу. А сейчас осень. Так, ура! Вот такая вот небольшая посылочка, тяжеленькая. Да. Я, наверное, догадался, что там. Поэтому посмотрим ее потом. Нам ее даже отдали так, спасибо за доверие, потому что там какие-то смс-ки должны приходить, только вчера долго было. Что-то и сегодня, то или с интернетом что-то, я так сильно не понял, поэтому... Я не знаю. Вот как-то так, все. Не знаю. Поехали. Уже и Злата приехала, и да, Маша приехала, уже все, да. Нам стори, кстати, ждут, да. Да. Привет. Божечки, вовремя. Опять он меня клюнул. Все? Все, Маша нас ждет. Только что поспорила с людьми там на это на кассе за маски. Да ничего, это нормально. Маша слышала. Это нормально. Так, все, ладно, надо разворачиваться, то неудобно. Покажи. Так. Классно, все, замечательно, наконец-то. Банька! Yeah. Маша со Златой тебя уже ждут. Я тоже жду их. Итог. Вот они вы где. Любимая, какая разница? Кукуся, зайка. Идемте. Рюкзак. А, да? Это тут типа только одни эти самые? Только трусики. Так можно было и без них, я же говорила в истории. Тогда залазьте, можешь его тогда на руки взять. Я думала, большой будет. Прикольно. Тёма говорит, свобода попугая. Ой. Так, открывай багажник и доставай. Ой. Без ой. А как это сделать? На вытянутые ручки. А я заберу сумку. Да. Давайте буду помогать. Стойте тут. Не ходите, там машина. Вот, а правильно. А? Что-то ты такая тоненькая. Тоненькая? Ага. Тоненькая, худенькая. Капец. Тебе этот надо взять. Стопудово. Ты же мужик. Это смысл. А все? А что, я должен тяжелая? Все? А, ну я тогда звоню, чтобы нас запускали. Ну да, давно надо было это сделать. Би-би-би. Бежите. Тем говорит, страшно. Маша, тебе не страшно, не? Я крановщик, алё. А, ну да. Ты тоже с нами идёшь? Ты чё? Давай, Злат, быстренько. Кто вам будет кушать, нас опять дверь закрывать? Опа! Ой, хорошо. О, здесь уже хорошо. Тут мы ни разу не были. Таша, на первом этаже это она летняя, я же говорил вам тогда еще, поняла? Мы тогда в холод были. Разбываемся, выключаем музыку. Зато! Ты видела, что здесь еще есть? Что? Что, в смысле? Медуза? Ну, мне кажется, она пластмассовая, да? Зай, иди сюда. Да подожди, дай здесь сначала позади. С этой стороны чище? Да. Привет. О, ну да, она пластмассовая. Это просто декорация. Так, ну вот там вот комната для знакомств. Вот здесь. Ой. А там прикольно. Да, на этом втором этаже неплохо. Теплый бассейн. Кстати, пол с подогревом горячий. Что я тут? Вас пощекотала. А, да.
это, мама, душик. Плавки-то та взяли сама. Тебе все, не переживай. Туалет. Туалет. И я же говорю, и самое главное, горячий пол. Прикольно. Слушай, тут мне нравится мама. Больше, чем... Ну да, да, да. Это на втором этаже намного... Нет, мам, дай. Нет. Да, а зачем тебе подбегать? Окошко. Тут... Окошко. Ну и свет. Ничего так. Отлично. Прикольная банька. Все, спасибо, до свидания. Будешь раздеваться? Да. Зачем? А что, ты там, мы туда пойдем сейчас, зови. Я думала, две минуты. Туда. Хватит, можно так нырять? Да. На. Так ты уже донесла, зачем мне? На. Кто-то уже переодетый. Так, а куда бы это все... Наверное... Они там побыли и хватит. Все, классно. Все, мы переодеваться тоже? Желательно, да? Погреть. Ладно, как мне? Попить. Как? Потому что здесь пить, помнишь, да? Ой, сколько надо пить. Ой, сколько надо пить. Так. Ну тогда где-то в пакетик взяли. Так. И для голодающих. Коридор? Да, там же холоднее. Возле двери. Ну тут разве что для шоколадки, да? Да? Смотри, как он вытянул. Вкусненько. Сейчас, подожди. Что такое, уже сушит? Да. Вот видите, какие мы? Как на баню надо ходить. И это уже не первый раз так. Доказательства я имею в виду, не первый раз. Здесь даже жарко. Вообще как. А в парилке я представляю, как сейчас. Ну, это же надо идти. Что? Смотри. Отлично. Опа. Бесстрашные детки. Что ты же почти не имеешь? Боишься, что все потеряешь, да? Да, да, да. На, ну, давайте, давайте. Детки, постойте сейчас. Фух, так. Эти, наши. Так круто. Блин, сокровище выпадет. Сокровище выпадет, да? Сокровище. Оно такое прохладненькое, тепленькое, водичка такая прикольная. Давай. Ой, а где там? А, ступеньки ищу. Нырять? Да тогда, что, смотреть на. Я нырял. А, твои проблемы с сугубом. Кто ж в баню пришел? А, ты я тоже не рогуешься. Это как круто. Маша не ныряет. Вообще. Я тоже не. Не, я волосы намочу. Я ныряю. Ну, мочи как хочешь. Мочи! О! Глубина! Угу. Ничего себе! Глубина срусала со мной в лесаку чисто. Все, отлично. Там, первый. Маша, ты давай ныряй, блин, с разгона. Давай. Все ждут только тебя. Давай, прыгай. Да, прыгай. Что такое? Тема, а вы куда лезете? А мы сейчас как будем вылазить, если вы там будете? Ты сюда? Ва, как кайфово! Кайфово, говорит. Вообще, прям как фотомодели вылазят. Какой вид у тебя был, да? Ой, дубку. Дубку твою, да. Все, пошлите. Нет, надо намочить. Вот это ведро с собой надо будет брать. Оп. О, попить. Мы уже несколько раз... Вот выходит Сереженька, у Сережи и все получается. Да, уши заложила. Да? Ну, с горячего, холодный, так сижу, дошу все. Ой, а ты представляешь, как хорошо. Ага. Да, я вообще, ну просто я терплю больше, чем вы. И взял, забрал Машину воду. У меня прям руки трясутся от того, что сразу в горячем, потом в холодном, потом это опять в горячем. Нет, у тебя трясутся руки, потому что ты держишь новый камеру в руках. И ты боишься, что Сережа тебе ничего не сделал. Тогда нам можешь ее сам подержать. И пошлите еще, а потом мы уже перекусим. Здрасте. Это знак. Это знак, понял. Сережка там припух. Ага. Подожди, угадаю. А? Сережа, давай что-то как вы воду забрали, это чай. Сейчас дам воду тебе. Вот так вот надо делать, а то оно горячее. О! Отлично. Ему
хватит. А ну, подай ему. О, уши. Хорошо тебе там? Они горячие? Отлично. Говорит, зашел, сел нормально, без полотенца. Мы сидели на полотенце, топы были красные. Тебя не слышно? Вылазь. Хватит там сидеть. Смотри, какой. Ну, говорили. Давай сначала же было без воды, мне это сухо. Давай, бульк. А то бомбочка. Хорошо. Я уже вся сухая, мне прям жарко. А тебе? Нормально. Мне жарко капец. А я не держу тебя, блин. Что Дима, что Сережа, одинаково. Что ты кажешь? Ну, дайте выйти. Хорошо. Эти присели. Вот это ты красный. А? Вот это ты красный. Как я шпарю. А вы делаете? Я занята. Не, мне жарко уже, я хочу пить. А можно телефон положить на тряпочки, пожалуйста? У тебя чуть-чуть. Кушай, все, пожалуйста. Тебе поправляться надо. Насыпайте. А что мы будем пить? Томатный сок. Он занят. На котором стоит камера. Томатный сок у нас есть, спасибо. Так нечестно. Чай. Нет, а я вообще сегодня хотел кофе сделать. Так хотел. Я хотел или чайник взять, или кофе. Здесь есть резервки? Есть. Положи с собой маленький чайник. Знаете, на здоровьечко. Перекусите тарелочку. А что, так мало тарелок? Мало, да? Оливки. Пошла сама. Своими ногтями. Да. Что она делают ногти себе, непонятно. Своими. Ну, красивые, только они миниджами. Что ты там говоришь? Сейчас они пригодились. Подковырнуть. И попробуй все не съесть. Баня бесплатная. И баня бесплатная. Костя, видишь? Так как вилок... Порезали. Нет, точнее, вилки есть, а этих самых ложек нету. А тебе надо ручки? Нет. Есть ногти? Нет. Туалетная бумага в душе. Кетчуп. Кетчинес. Пожалуйста. Можете открыть? Ты не трогала свою руку, не? Нет, трогала, можно все взять. Не прима. Дякую. Сэкономила на туалете внимание? Не прима. Французский золотой. Ты будешь такой? Хватит? Изюма. А вот туда. Куда? Вот туда. А это малым, да? Да. Понятно. Малым помочь. Вот сюда. И вот сюда, и вот сюда. Ладно, уговорила, так что я... Так уж идите, я сюда поеду. Я равнодушен к кетчупу вообще. Все? Умничка. Да. И кетчупа нету? Нет. Еще чуть-чуть осталось, есть, да ладно. Блин, смотри, как я напарился. Я вижу, что ж пятнами взялся. Смотри, он реально пятнами взялся. Мне так пекло. Ну, я просто больше всех сидел там. Это первый раз, я реально первый раз настолько в такой бане, которая настолько горит. И не могу радоваться. И нету градусника, да? Я не знаю, сколько там, но там очень жарко. Там прямо вот они не дадут собрать. Так, мне смс-ку надо скинуть за посылку. А, пришла смс-ка? Да. А я не брал номер, ты знаешь куда? Ты мне уже написали. А, тебе написали? Ну что значит приятного аппетита? Можешь покормить нас? Я вообще-то Маше передаю. Спасибо. За банька. Томатный сок. Не все равно чем? Ой, он такой вкусный. Девочкой будешь кушать? Ты чё? Ну ладно, так уж и будет. А ты не планировала её, да? Картошку и вилочку? Да, мне кажется. Можно я так? А кому? Вам. О! Одна вон платье, это тебе. Обходите, садитесь кушать, или вы будете там? Не на полотенце. Ой, мы можем поставить ему ту лавочку, да? И они могут сидеть. Ну да. Да? Мне это интересно. Да. А что, стола мало? Не, они могут два стула взять. Нет.
Возьмите два стульчика, поставьте вот здесь себе. Ну, там отсадитесь, да. А что это было? 23. Пожалуйста, так не делай на столе, потому что за стол платит. Вкусно вам? И мне. Жуй-жуй. Там валяется. Жуй-жуй, глотай-глотай. Это же не влезет? Нет. А что, вот это вот одну будем домой вести? Я думаю, если дети сейчас перестанут кричать, кто-то из них съест. Вот такой вот капец у нас творится на голове. Ой, на голове. На столе. Простите. Малышня греется. Прикольно, классно? Горячо. Супер. Ку-ку. Прикольно. Да, там уже темно, как бы света там нету. Ну, прикольно. Вылазь, вылазь. Я так хорошо охладилась. Хорошо? Идеально. Хе-хе-хе-хе-хе. А помнишь, в том году, когда мы были в бане, на твой день рождения, что мы когда оттуда вышли... Иди сюда. Тут светлее. Когда мы вышли тогда с этого, и снег был. Помнишь? А, да. Да, вот и этот, пошел вот, снег. Ну, конечно, снега не будет, плюс 9 на улице. Не обещают, мне кажется, что вот это вот надо будет еще удобно поубирать. И еще надо будет покупаться, да? Мы. Блин, классно баня. Шоу. Хотя бы вот так, давайте сделаем. Давай. Но у нас есть еще два полотенушка. Есть еще одно? Ну конечно, я взяла два. Ну все равно. Я так и знала, что на одном будем сидеть, а вторым вытираться. Что за поток? Дети. Дети? Куда их поди-то, сидите, да? До побачення. До свидания. Ой, краснючий. Посмотрите на этого морского котика. Ты тюлененок или морской котик? Вылазь! Я беру все. Я же за это заплатил. Так, закрывай, и тут все выпустила. Давай, вылазь! Вылазь! Понятно, надо текать. Ужас, ужас. Уже весь красный, как не знаю кто, как рак. Лежит там, как морской котик. И не выходит. Сережа, хорошо, отлично. О, жарко. Улыбаемся и Машу, да. Я пришла тебя дразнить. Думала зайти, но думаю, с камеры нельзя. Эй, а что я никого? Закрой двери. А ты выйди на солнце, на свет. На солнце? А вы же не красный. А, ну повернись. Меньше. Повернись. Меньше. Зай. Ты весь. Я красавчик наш. Блин, как бы кто-то сказал. Пока сам себе не скажешь, короче, идите, я с ним разговариваю. А-а-а, горячий красавчик. Cold, 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 cold. А, я думаю, куда ты? Думаю, опять назад. И оп. Бульк. Ой, хорошо, наверное, хорошо. Я уже не чувствую этой разницы. Я и без бани хочу туда просто. А? А говорю, я и без парилки туда хочу. Жарко. Ну так хорошо. А как мы были с ней? Это в том году. Мы были, когда на Тане день рождения были. Это в том году Вовчик ногу здесь полгода. Да, поранил. И мы там замерзли. Даша. Даша вспомнила. Наверное, Даша хотела в баню тоже пойти. Маша тогда замерзла, сидела в кофте. Я оставлю ссылочку на это видео с Таней на день рождения. Вы переходите, смотрите. Да, но только это было в этой бане. Но не в этой, а ниже, там. Не в той комнате, да. Да. Это было на первом этаже. Зай, я думаю, вот это надо начинать собирать. Ну, давайте поубираем. Тут воды просто, короче. Тут воды нереально. Злата, я же тебе не сказала, там сидеть постоянно. Зашла, погрелась, вышла. Что, картошку выкинуть? А что? Ешь, даже не фильтров. Вот это я напилась воды. У меня, наверное, сейчас... Да, булькает все. Ага. Никого. Ой, никого нет. Ага. Кроссовки, алло! Без оладушек можно? Мне жарко, я не могу, у меня... Вот тоже надо выходить быстрее хотя бы в коридорчик. Где мои там? Ой, смотри, ко мне их, пожалуйста. Я вам, пожалуйста. Я еле лосины натянула. Угу. Так у тебя хотя бы они это, а у меня на влажные ноги, когда там жарко. Все, ты тут ничего не забыли? Нет. Не, отлично. Свет где там выключается? Надо дырочку и так под наверх, пожалуйста, чтобы она не сильно заметно попала. Это вообще...
Так, все, смотрите, мы обулись, хватаем телефоны и можно выходить. Круто, за машину заводить пора. Так, все, вроде все забрали. Фу, жарко, я не могу. Просто капец. Тёма, давай. Надевай кофту и погнали в машину. Тут уже полегче. О, красота. Одевайся, одевайся. Одеваемся. А о, прикольно, что у меня на голове? Я чувствую, сейчас мне будет весело на улице. Отлично. Вот и у вас отлично. Все, на выход. Сейчас стойте. А, Тёма, стоять. Тёма, давай, застегайся и быриком в машину сейчас. Чтоб не успел это остынуть. Опа. Прикрой дверь. Прикрыла. Пойдет? Только, пожалуйста, аккуратно. Ой, тут какие ступеньки. Как тут хорошо. На улице реально плюс 9, плюс 10. Ну, знаешь, мне не холодно, мне ничего, мне прекрасно. Замечательно. Идем. Хорошо. Блин, там лужа уже на хлебе. Не знаю, мне все равно на луже, мне так хорошо. Я же не успею покурить, да? Не знаю, может быть, не надо. А может, закрывай. Ну, закрыла. Багажник. Тёма, подожди, куда? Ты слышишь, машина открывается? А то разогнали. На улице плюсово. Так нереально, аж тепло так. Чтоб уже так и было. Первый закинул. Давай, и второй закинул. Супер. Достань сразу сухарики, малый. А они там? Да, там две пачки. Да, без разницы. Не, а я же говорю, а, ну. Да. Лада. Держи. Чтоб потом не забыли. Все? Зай, открыл? Залазь. Как тебе надо остыть, поверь. Жарко капец, да? Ай, хорошо было. Вот так вот реально хорошо. Кто-то пожалуй, хочет, наверное, Злата, да? Может, стыд. Знаешь, мокрые волосы вообще не чувствую, вообще. Супер. Согласна. Бросай, то плохое дело. Как? Вставай на лыжи. Да, с такими... А что так реально резко остановились, так это... Ну здрасте. Да! Прикинь. Капец, так все три или четыре машины прям вообще... Так резко все остановились. Хорошо, что я всегда, блин, за всеми за километр держусь. Нео. Мама, это печка. Алло, поехали. Тёма, прощайтесь. Пока. Все, давайте, пока там сильно не это. Стой! Посмотришь, куда ты идешь? А ну, давайте, наберешь нас, хорошо? Пока-пока! Ну что, постоим, подождем и поедем. Так, отличненько, все на маршруточку. И мы едем домой. Красный идет, бесстрашный. Ну, капец. Это. И все, и мы до дому. Домой, отдыхать. Домой! Отдыхать. Может, от бани, будет? Да, так лучше. Отдыхать от бани. Не, ну хотя я нормально. Таня говорит, что она такая. Я расслабленная, чересчур сильно расслабленная. Ну, хоть чуть-чуть отдохнули. Да ты шо. Можно было бы, конечно, дольше. Ну, в принципе, мы всегда на 4 часа ходим, здесь на 3 часа, потому что не было времени, места. То есть только была вот промежуток 3 часа был. Хорошо, что с того времени, с которого нам нужно было. Это да. Ну ничего, я думаю... Продление мы бы без проблем продлили, вот так. Я думаю, надо будет договариваться где-то на вот эти, там, где мы всегда у нас, на УТУ. Наперед, задолго наперед. Ну да, да. И будет хорошо. И хочу в село. Я хочу туда, в баньку. Тут получается сухая, а в селе, как обычная... Да не сухая здесь, просто ж зая. Ну какая она сухая? А какая? Обычная. Чем больше ты подливаешь, тем она не сухая. Нет, там мы просто зашли, конечно, там никто не подливал, и там именно изначально нагрето было до нереальности, конечно. Она сразу сухая была, логично. А только мы начали поддавать, она уже не сухая. А в селе не так, в селе прикольней.
А ну это мы там прикольно по-своему. Да. Все, теперь надо домой. Пишите в комментариях, если вы там были. Моя любимая снимает мою любимую. Отлично, мне нравится так. Ну. Так, что у нас это? Давай, а твои ставки? Какие я хотел сказать ставки, если ты понятия не имеешь? Я понятия не имею, что там, поэтому никаких ставок. Но я догадываюсь, потому что оно тяжелое. А я и понятия, я даже не прощупывала. Понятия не имею. Ну, конечно. Боже, они такие масенькие. Это аромки. Вчера пришла эта, а сегодня следом пришла. Но они тяжелые. Они что, стекло? Да, стекло. Стекло. Да? Да. А ну, хоть одну открой, пожалуйста. А ну стой, дай я их сначала сфоткаю, дай, пока они вместе, я, чтобы продавцу подтвердить. Пахнут, дай, пожалуйста, положи. О, это я. Я сказал переворачивайся. Я сказал переворачивайся. Слышно. Надо сфоткать. О. А то потом не подтвердю. Не подтвердю. Ну тут видишь, ой, клубничка там есть, я хочу клубничку. Да любое, насколько оно насыщенное, пожалуйста. Да, нижний знаю, горшок как... не нужно доставать. Я знаю, как пахнет клубничка. Стекло? Прикинь, такие маленькие стеклянные штучки. Она же закрыта. Ага. Так, ничего не... Не, ну все равно что-то там пахнет. Пожалуйста, чтобы ты не пахла на всю квартиру, можно? Я постараюсь. Блин, копия клубники. Офигеть. И такое, как клубника со сливками. Я не знаю, что к чему, но вот эти штучки, вот эти, я заказал для нашей... Вот той. Опять пара генераторов. Это что ж такое? Ароматизатор. Ну как она? Ну что ж такое? Увлажнитель воздуха. Увлажнитель воздуха. Берете, наливаете туда увлажнитель воздуха, пару вот этих вот капелек жидкости вот этой, и пожалуйста. Вуаля. Так прикольно. А ну доставай, давай сейчас клубничку туда. Ты понимаешь, давай, начинается доставай. Уже сразу с клубнички. Иди воды набирай. А что, там нет воды? Ну я не помню, там мало осталось, по-моему, воды. Ой, там-то девочка стоит такая интересная. А ну. Ребят, на вот это и на вот это еще раз ссылочку в описании. Да, мало. Иди набери, пожалуйста, водички. Так, могла бы больше набрать. Ну ладно. Хватит. Сколько ж туда его надо капать? Без понятия. Правда, я ее уже закрыла. Ты хочешь именно ее сейчас, да? Да. Ну да. Аккуратно. Ню. Ой. А ну, вода пахнет? Прикольно. Ну, еще капельку капни. Ну, я так понимаю, вот этого раза на три должно. Да больше. Хорош. Угу. Да. Да ничего, руки сполоснешь. И ее можешь там помыть тоже. А ну. Вот это, а ну. Пахнет хорошо? Конечно. Ну да. А плюс она сейчас будет распылять. Блин, вот эта штука мне так нравится. Такая прикольная. А где провод? Белый провод где-то я видел. Тут? Да. Нашел. Да. И пауэрбанки у тебя все. А в смысле? Нет, тут один был на зарядке. Давай. Так где они? Маленькими надо пользоваться. А не эти сидеть. А потом кинешься и нема пауэрбанков. На. Давай один раз. И вот так. И вот так. О, а ну. Ну подожди, сначала же там еще был фильтр пропитанный той. Ну да, чуть-чуть. Сейчас пока сейчас она это дождем. Пропитается, узнаем, пахнет или нет. Ну будет, конечно, говорю, это все для вот этого, оно прикольно. Ждем. Еще не, да?
Ну, где-то далеко-далеко-далеко маленький-маленький оттенок есть, но надо еще... Но подождать. Она же не так быстро испаряет, конечно же. Надо подождать. Пошли разберем пока то, что мы намусорили. То, что ты уже вытянул? Да. И положил на пол? Да. В коридоре? Да. Какой кошмар. Кстати. Оно, знаешь, чем мне пахнет? Оно уже в комнату, я зашел в комнату, уже запах здесь есть. Знаешь, чем оно мне пахнет? Чем? Печенье с клубничным вкусом. Ну так я имею в виду, заметь, уже пахнет. Да. Вот это, знаешь, вот эти кругленькие печенюшки, вот эти вот, зайка? Это там, где с двух сторон и внутри прослойка такая, типа сливочная. Да-да-да, Тёмочка, иди сюда. А ну иди понюхай. Понюхай. А он же не видел еще кто. Стой. Прикольно? Да. А, одея, ну все. Чем пахнет? Это ароматизаторы все. Пахнет клубниками. Молодец, клубникой. Клубникой, тут только клубничка. Видите, оно реально клубникой пахнет. Ребенок не вот видел вам... ничего. И чем прикольная штука, вот дома увлажняет воздух, не будет сухим. И вот вам и это... запах. Да, и запах. Прикольно. И пахнет. Мне нравится. Так, ладненько, давайте дальше сюда. Я тебя хотела укусить просто в голову. Че, рот сильно большой, что? Так что еще раз, ссылочка в описании. А мы пошли. Да. Блин, пошли в баню. И на эту штуку тоже. Ну, конечно, это комплект. Он должен был вместе прийти. И ты обещал еще оставить ссылочку на прошлогоднюю баньку. Не забудь. Когда я буду монтировать или вылаживать, напомнишь? Смешно, я сама забуду. Зай, знаешь, как надо сделать? Так, смотри. Собрать ее. Да понятно, она обвисла чуть-чуть. Так, ладненько. Давай заниматься. Таня решила рыбки покушать. Мало ей сушат сегодня. После бани. Нормально. Можешь мне поставить на паузу, я разрешаю. Еще будет. Только потом ее отжать. Нет, не получится так. Да? Какой кошмар. Так, что, сейчас это, вкусную рыбку. Окей. А ее не будет так сильно сушить, так что можешь не переживать. Не переживаю. Полотенце с бани. И не только с бани. Купаются. Все купаются полотенце. Отлично. Я бы такая, знаешь, я бы, наверное, даже еще дома скупнулась бы. С чем? И потом с папки. Не знаю, хочется. Мы там с мылом выкупались. А вкусно, вкусно. Любительница рыбы. Я без нее жить не могу. Если у вас есть дома сошлодная рыба, и она вам не надо, то это нормально. Если что, пишите и высылайте. Да. Я все скажу. У меня возникла хорошая идея. Да? Да. Сделать все-таки вам паузу, чтобы она не кричала мне в ухо. Ага. А то, простите, конечно, и стиралка, и чайник, все вместе. Пока Таня тут будет делать, я думаю, Сереже можно выпить чай. С корзинкой? Да, я себе корзинку купил, мы просто заезжали еще в магазин, купили всяких там жвачек, короче, не знаю, 700 гривен потратили. Ну, про это Тёма, конечно, нам... Нас раскрутил на все. Да, вот эти вкусные браслетики. Ну, браслетики, это я всем. Это они действительно вкусные. Так что все крутенько. Все, что сделаю себе чай попить. Чай пока тут ковыряю. Чай, а я буду это... Да, подрезать косточки. Я обожаю вот эти вот. Я думаю, что ты вечно долго так делаешь? А что такое? Только что посмотрели фильм. Да вы что, такой прикольный, такой классный, называется «Финч». Вообще. Про робота. Нам очень понравилось. Ну, посмотрите. Спокойный такой, и посмеяться можно. Yeah. Да, так лучше. Квартиру, да. И посмеяться можно, и такой спокойный, семейный, как там, фантастика получается еще там. Ну, я не знаю, но очень классный фильм, да. Так, сейчас. Что такое? Работа. Ой, ты на английском языке пишу. А ты можешь отвлечься? Да. Сейчас, секундочку. То у меня тут еще рыбка осталась. Да. Прикинь, я даже рыбу не доела. Сейчас. Вот так всегда. Работа на первом месте. Надо, надо. Так, окей, есть. Это. Да я. Ой, боже, разбирай. Долезу сюда. Сейчас. Ой, простите. Просто хотели сказать огромнейшее спасибо. Так, во-первых,
Екатерина из Екатеринбурга. Танюшка, с прошедшим днем рождения, будь счастлива, это тебе на подарочек рюкзачок, который ты хотела. Ждем видосик подборкой. Огромнейшее спасибочки. Это, спасибо. Это очень-очень-очень приятно. Кузнец подписан. Тоже с днем рождения. Алексей, поздравляю вас, Татьяна, с днем рождения. Желаю вам счастья, никогда не унывать, гостей почаще принимать, и чтоб... Ой, дальше не видно. Ну, в общем, я, Алексей, просто это вот только-только вот пришло, то, что прям сейчас видно. Просто, ребят, огромнейшее спасибо, это тоже на ты говорить. У меня слова нет, но это очень-очень-очень приятно. И большое спасибо, и очень круто. Да, и еще сегодня это... Да, подожди, Тёмочка. Сейчас, и еще... Сейчас, одну секунду. Одну секунду, простите, сейчас. И еще... Во. Классно. Спасибо тебе тоже большое. Человек подписан. Максим Муи. Ну, короче, Максим Муи, так написано. Сейчас, Тём. На стоянке сфоткался с нашей машины. Прикольно. Тоже тебе привет большой. Ну, в общем, вот когда так. Потому что сегодня получится, у нас именно сегодня, получается, вышло видео с дня рождения. И вот все как бы и до того, и 3 или 4 дня до того поздравляли. И там столько поздравлений, там столько всего. Столько вас родных стало, что вы себе не представляете. Приятно просто. Ничего лучше нету, наверное, в мире, чем вот такое вот чувство, честное слово. И еще плюс только что фильм такой был классный. Вот посмотрите этот фильм, Финч, запомните, посмотрите этот фильм, и потом напишите нам, понравилось или нет. Я думаю, 100% понравилось. Да не плакать. В конце грустновато стало. Да, чуть-чуть грустновато этот фильм. Ну, то ладно, это такое. Так, все, мы, наверное, будем отдыхать. Да, такой, надо спать ложиться. Их обожаем. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про колокольчик. Огромнейшее всем спасибочки за донаты, вот от чистого сердца. Да. Спасибо за просмотр и всем пока, друзья. Пока. Пока.